сгорело. Остались вот фуфайки, в чем вылезли. Мы не успели ничего. Едва спаслись сами. Еще пару минут назад этот пылающий барак был домом десятка человек. Теперь все они бездомные. Пожар мгновенно охватил все здание. Где и когда возник огонь, остается главным вопросом. Мы не знаем, чего думать. Мы не знаем, куда нам идти. Лишь единицы из погорельцев успели спасти документы и захватили теплые вещи. Большинство жителей находилось на работе. Дом загорелся средь бела дня на территории крупного санатория в Ярославском районе. К месту тушения были стянуты 9 пожарных расчетов. С огнем боролись несколько часов. Сложность заключается в том, что данное строение является щитовым. Пустоты все заполнены сгораемыми материалами. Огонь по пустотам очень быстро распространился на всей площади, и по прибытию первого подразделения уже горело на всей площади, значит, этого строения. Вопрос с расселением жильцов сейчас решается. Ближайшую ночь им, скорее всего, придется провести у родственников. Свободные площади готовы на время предоставить и руководство санатория. Самое главное, что живы все, даже собака. Погорельцы смогут рассчитывать и на социальную поддержку в виде единовременной выплаты. Сгоревший дом восстановлению не подлежит. Дарья Куоз, Георгий Иванов, День в событиях.